Тепло, практично, престижно, а еще очень красиво. Все это о меховых изделиях. Шубы, полушубки и жилетки из этого материала не теряют своей актуальности. Но не всякая шуба может служить от 5 до 15 сезонов. А мех от пятигорской фабрики «Аделина» вполне, утверждают продавцы. Выбор меховых изделий богатый, как и сам мех. Качество высокое, при этом цены приемлемы. Мы представляем одну из крупнейших фабрик города Пятигорска, фабрика «Аделина». У нас большой широкий ассортимент по меху. Также есть жилеты. У нас недавно проходила всероссийская выставка, мы участвовали. Есть у нас выставочные модели в норке, в мутоне, в каракуле. На выставке в Сочи верхнюю одежду по вкусу сможет найти любой покупатель. Широкий выбор шуб, жилетов и полушубков из нежной норки. Интересная линейка изделий из нутрии. Мутон, астраган премиум-класса тоже можно приобрести здесь. Или, например, редкую норку-крестовку. Много комбинированных моделей. Вот, например, афганская каракульча с отделкой из канадской норки. А это тренд сезона. Норковая шубка с отделкой из питона. Это, кстати, тоже писк моды, норка цвета кабальта. Гостья выставки Ирина приехала в Сочи из Нью-Йорка. Говорит, за границей примеряла много меховых изделий. Качество пятигорского меха приятно удивило. Первое, что я померила, и вам хочу признаться, что снимать мне это не хочется совершенно. Очень комфортно и очень уютно я в ней себя чувствую. Приятная такая, мягенькая, шелковая, хорошая, очень норка. Чудная. И вообще очень интересные модели, коллекции я здесь вижу. Просто глаза разбегаются. Покупателей приятно удивят и специальные акции. Здесь предлагают скидку от 20 до 70% в зависимости от модели. Кроме того, шубы и жилеты можно купить в рассрочку и кредит. Всю информацию о выставке можно найти на сайте «Шуба для вас» и на страничках в соцсетях. Выставка в Сочи работает до 24 сентября с 10 до 20 часов. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.